флагом Казахстана, букетами цветов в аэропорту Шымкента встречают участницу предстоящих главных игр четырехлетия. Сарсенкуль Рызбекова вернулась с чемпионата Азии по стендовой стрельбе. Спортсменка стала настоящей гордостью, завоевав лицензию на Олимпийские игры 2020. После сложного чемпионата один день на отдых и вновь в руках девушки ружье. На стрельбище Эльдорадо Сарсенкуль ходит как на работу. Здесь она проводит как минимум 3-4 часа. Свое мастерство 21-летняя мастер спорта Республики Казахстан по стендовой стрельбе оттачивает каждый день. Правда, сейчас можно чуть-чуть выдохнуть, ведь лицензия уже в кармане. В финал я попала второй. По перестрелке зашла вторая в финал. И в финале также... По истечению финала также осталась второй, серебряным призером. Соревнования проходили очень напряженно, сложно, но я справилась со своей задачей. Лицензия есть у нашей страны, и я очень этому рада. Не описать это словами просто. Все, конечно же, были счастливы, я была тоже очень счастлива. Родители у меня, вообще у них были такие эмоции. Мама даже от счастья у меня заплакала. Стрельбой Сарсенкуль занимается уже 7 лет. А ведь до того, как взять в руки ружье, у девушки были совершенно иные хобби. В детстве меня папа отдал в этот спорт. Я, как и все девочки, занималась танцами, музыкой, а потом в одночасье все бросила и ушла стрелять. Резкий контраст. Я получаю кайф, когда мишень разбивается от моего выстрела. Вот это, наверное, причина, по которой мне это очень нравится, вот потому что испытываешь такое наслаждение, когда мишень бьется, и это все из-за меня. О своей воспитаннице тренеры отзываются с особой любовью. До чемпионата усердно тренировалась, надежду оправдала, лицензию завоевала. Впереди подготовка к главным играм четырехлетия. Знаете, сама такая внутренняя глубокая работа, потом желание, ее высокая работоспособность, ну просто нас подкупали. И вот этот ребенок действительно выросла звезда. Олимпийские игры выиграть, это надо у Бога заслужить. Можно сказать образно так. То есть вот на сегодняшний день она завоевала лицензию, она абсолютно завоевала, можно так сказать. Она там настолько билась, это была настолько интересная ее стрельба, настолько она показала свой характер, что просто ей на сегодняшний день надо будет себя шлифовать и готовиться к этому старту, то есть не отвыкаясь стоять на пьедестале. Я не хочу говорить о планах, я просто буду делать свою работу, свое дело, а там... Будь что будет. Есть к чему стремиться всегда. И можно стремиться еще ко второй Олимпиаде, и к третьей. Олимпиада 2020 года в Токио стартует 24 июля.